Но есть, конечно, желание у человека контролировать других людей. Симптом Карабаса, потому что тебе кажется, что ты знаешь, как будет правильно, как будет хорошо, вот, и так далее. Вот. И ты, значит, дергаешь эту Мальвину, это Пьеро, там, Буратино, там, кто там, Эрликино, черта в ступе. Вот, все дергают, вот, и так далее. Но, слушайте, там плохо все кончилось. Не поддаются контролю другие люди. Вот, очень бы хотелось, понимаю, разделяю. Вот, я бы вообще контролировал всех, чтобы все были счастливы, любили друг друга, зла бы не было. Все бы работать хотели, все ради общего блага. Ой, у меня столько планов. Вот. А видите, ничего не получается. Вот. Поэтому давайте мы оставим эту идею про контроль. Вот. И будем думать про то, что зависит от нас. И если мы сами создаем вот этот как бы, посыл верный, то вокруг нас как бы собирается и Пьеро подойдет, и Мальвина вот, с Артемоном, и Буратино, так сказать, возможно, даже со своим СДВГ справится, вот, и тоже вольется в общую историю. Вот. Но это только так, вот, не контролем.